Для ульяновских меломанов симфонический оркестр «Губернаторский» подготовил цикл концертов «Вечера в театре». Под управлением художественного руководителя и дирижера Андрея Данилова музыканты исполнят произведения великих композиторов-классиков. Первым на сцене драматического театра имени Гончарова прозвучит сочинение Джакомо Пуччини «Месса ди Глория». Услышать это произведение в живом исполнении – большая редкость, и ульяновский оркестр исполнит его впервые. Месса создана на текст католического богослужения для хора, оркестра и двух солистов – тенора и баритона. А гостем первой программы станет прославленный российский хоровой коллектив «Московский государственный академический камерный хор», широко известный как «Хор Минина». Прелестнейшее, очень красивое произведение раннего, конечно, Пуччини с многими уже интонациями, которые мы услышим в его более зрелых операх. И это во многом такое оперное тоже произведение. Мы слышим, что это оперный композитор. Сейчас в репертуаре Минин-хора широко представлены редко звучащие хоровые опусы Бернстайна, Россини, Берлиоза и в том числе Пуччини. Выступление хора проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Концерт пройдет 22 ноября в 18:30. Анна Тищенко, Улправда ТВ.